Мы сегодня играли встречу с командой Сампдория. И так получилось, что вы выиграли эту встречу, буквально вырвали да, соперника на последних минутах. Расскажите, пожалуйста, как складывался сам матч для вас? Сам матч складывался очень непросто. У нас его была одна замена. То есть приходилось чаще меняться с одним и тем же игроком, уставшим более сильно. Поле очень вязкое, скользкое. Так соперник не слабенький тоже. Ну, доставили вам неприятности? Ну, конечно, доставили, судя по счету, 2-2. Тем более, первыми забили они, нам пришлось догонять. Потом только мы вырвались вперед. И то ребята сравняли быстро, 2-2. То есть, и уже на последней вообще секунде, можно сказать, последняя атака с углового. То есть, в прыжке уже наш форвард забил головой. Ну а когда счет был ничейным, были какие-то сомнения, либо, может, чувство какое-то подогревало, что все-таки будет победа? Ну, что победа будет, конечно, у нас были такие мысли, потому что мы эту команду обыгрывали. Хотелось еще и второй раз ее все-таки обыграть, во втором круге также. Ну, считаете, это полностью заслуга вашей команды, как бы, соперник? Ну, а почему нет? Мы играли. На ничью не наиграл соперник? Ну, на ничего нет, не скажу. Все-таки мы бегали, старались, моменты были. Судья много раз прерывал. То есть, ну, есть небольшие претензии у нас к нему. В целом все отлично, да, все хорошо, суббота удалась. Спасибо большое, с победой.